Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Автолюбители массово жалуются на проблемы при покупке полисов ОСАГО после 1 марта. С этого момента в единую автоматизированную систему технического осмотра внесли изменения, и она начала давать сбои. Отсюда сложности с оформлением диагностических карт и, как следствие, с приобретением автогражданки. Возможно, на устранение неполадок уйдет несколько недель. Трасса 101. Правительство России отклонило законопроект, который предусматривал обязательное лечение пьяных водителей от алкоголизма. Предполагалось, что направлять к медикам нарушителей будут судьи одновременно с вынесением решения о лишении прав. Чиновники посчитали, что это чересчур. Административный проступок не является случаем, когда лечить гражданина можно без его согласия. Трасса 101. В феврале этого года «Лада Гранта» вернула себе звание самой покупаемой новой легковушки в нашей стране. Прежний лидер «Киа Рио» опустился на вторую строчку. Бронза, как и прежде, досталась «Ладе Веста». Также в первую пятерку попали «Hyundai Creta» и «Hyundai Solaris». Всего за последний месяц зимы наши соотечественники приобрели 120 с небольшим тысяч новых легковых авто, что немного больше показателя аналогичного периода прошлого года. Трасса 101. Toyota Land Cruiser в США признали самым надежным автомобилем, способным проехать более 300 тысяч километров без серьезных поломок. В десятку попали и другие большие представители семейства Toyota, включая Highlander и Tundra. Кроме того, в топе оказались внедорожники Chevrolet и Ford. Добавлю, нынешнее поколение Land Cruiser с индексом 200 выпускается с 2008 года. Сейчас машина стоит минимум почти 5,5 миллионов рублей. В скором будущем японцы собираются представить следующее поколение внедорожника. Трасса 101. Интересная тенденция характерна в последнее время для автопроизводителей. Они видоизменяют свои логотипы. Очередь дошла и до компании Renault. Знаменитый ромб она собирается превратить из трехмерного в двухмерный. То есть, видимо, все будет ограничиваться рисунком на кузове. Но французы видят в этом глубокий смысл. Обновление, перерождение, уверенный шаг в эпоху электрического транспорта. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». До свидания. Трасса 101.